Вот, так. Блин, у нас еще хот-дроп. Да, я про это говорю, хот-дроп. Ладно, падаем. Ебать. Знаешь, куда можно упасть? Можно вот сюда упасть, вот эти дома. Напротив, видишь, вот эти два. Ага. Ну слушай, да, летит к нам. Типа один чел летит точно. Это, наверное, туз падает. Не-не-не, это Мейхем, по-моему. А, не, стоп, он в этот, в закусочный, по-моему, летит. С нами летит, да. В этот дом падает. Очень много летят, да, очень много. Но на мой прям не падает, на вот этот. На твой падает. Давай с тобой упаду. Давай. У меня тут чел один. Он зашел внутрь. У меня тип. Блять, сейчас у меня дробовик. Одного почти нокнул. А, это ты, блядь. Я дробовик тебя скинул. Он шарик забрал или что? Не-не. Взял дробовик? Здесь тип. Нет, не взял. Ага. Я беру. Патроны. Вижу. Не вижу. Патроны не забрал, да? Я вообще залутался хуёво. Ща. Блин, а как... Чё лутать-то, блин? Он внизу. У меня нет патронов, слышишь? Всё. Ну вот, бля, по мне хуярят. С дальнего, короче, нормально. Ебать, другой хуярит уже! Можешь уйти, уходи. Я прям прыгаю, бля, я супер лоу, у меня сейчас пушить будут. Это с дальних домов. У меня тип. У меня тоже. У меня рифт есть, ко мне на скейте летят, мне приходит, рифтоваться придется. Блядь. Давай. Бля, не смог, меня на скейте запушили. Бля, туда тип этот упал, слышишь? Да. Да, я убегаю. Он скейт взял, и, бля, что-то вообще залазерили жестко, тут очень много людей было. Тихо, мяч. Угу. Блядь, это очень хуёво, слышишь? А чё сюда все падают? Чё, нам локацию менять из-за этого? Бля, походу. Бля, вот я залазил. А у него скин какой был? Такой девчонки, типа? Это кастомка была, серая. А. Как-то караван, не знаю, какой-то чел. Сейчас, погоди. Если забрать, то смогу вообще. Yeah. Блять, это очень плохо. Я могу просто тупо сидеть, понимаешь? Но там лутается будет на фаян. Бля, очень что-то плохо. Прям на скейп падал. Может на фабрику будем падать? Не хочешь? Безопаснее как-то будет. Можно. А ты не видел на фабрику тут? О, чел. Бля. Блять, ну чем делать? Я сидеть буду на доме. У тебя костер да рядом есть еще. Я тебя не заберу. Пока что. У меня там рифт ебучий был. Не успел. Бля. Ну, ты понимаешь, они еще на этих были. По мне три чела еще хуярило. У меня три чела хуярило. Типа с вот этого острова, видишь, которые одиноки. Оттуда стреляли челы, еще где-то, и потом со скейтом приехал ты еще на хуярил. Ты на дом упал, ничего никого не было, да? Ну ты да, ты со мной упал, и все. По идее, там какой-то чел должен был быть, но я что-то не увидел. По-моему, вниз упал. Бля, ну ты пиздец. Угу. Не знаю, что делать. Я растерялся здесь. Я упал. Надо было, по идее, лутаться вот здесь бегать. Ну что-то я вообще... Слишком много, очень много челов почему-то было. Я не понимаю просто, почему. Че, мы локу будем тогда менять или как? Да можем... Блин, там это... Я знаю одного типа, который жесткий. Я не помню, почему сюда упал. А сюда много упало вообще просто. Да, ну может хот-дроп, но все равно, да, ногу упал. Надо посмотреть, надо, короче, посмотреть, куда они падают особо. Не знаю, может там торговую точку падать и падать, и потом на бомжатни падать, либо на бомжатни там лутать. Вообще есть идея, смотри, какая. Вот это, не хочешь вот эти две хуйни лутать? Два дома. Рядом с подлым прудом. А там подлые пруды там падают. Там свизи, по-моему, падают. Мы можем с пальмами что-то сделать, с пальмами. Вот это локация. Ну там, наверное, много челов, да, будет? Блин, как думаешь, мне уже идти тебя поднимать или посидеть еще? Ну, 60 секунд у меня.
Я не знаю, успеешь или нет. Ну попробуй, не знаю. Просто надо поторопиться, пиздец, а то не успеешь карточку взять. А как ты поднимешься? Понимаешь, что все на... Да не, поднимусь, я поднимусь. Все на сноубордах просто катаются. Мне просто не интересно, они тебя контестят или нет. За. Это что, у тебя Патриков, конечно, нету это. Подожди, справа что было фиолетовое? А, это финишная хуйня. Чел, чел! Бля, ладно, бинты надо было взять, съебаться просто. Я вот так сделаю. Ну, они меня догонят на сноуборде, по-любому. Бля, он контестит здание. Бля, своянца. Я только сюда убегать. Угу. Скейт у тебя. Да, да. О, сундук у тебя еще. О! Давай здесь посижу. Угу. Вам не знают. Блядь! Пизде, это вот этот чел меня убил. Они специально не лутали сундук, понял? Да, да, да. А, ну вот, три человека. Два пати падает, слышишь? Блять, на вот этот дом, что ли? Они, по-моему, туда целятся. Не, он туда не падает. А, падает. Блять. Бля, может нам развернуться? Давай вот сюда, вот сюда. Они упали на дом. Я вот сюда, я на эту на хуйню иду, а на зипку. А может сюда уйдем, слышишь? Блять. Давай сюда, я... блять, там тип упал. Я на зипку сюда. Бля, ну мы сейчас на бомжатню падаем. Ну давай на зипку падай. Бля, мы просто, ну... Там, по идее, риф должен быть в этом островке. У меня зона, не зона есть. У меня тебе, этот... Тебе ну, была бы пиздата. Слушай, тут... Да, ну это... Он не раскопан, блядь! Бля, слушай, я тут сижу пока. Я, и, я тоже сижу, у меня аптека еще есть. Все, я, короче, я тут фул буду сидеть, у меня только ППшка и все. Можно просто так сидеть и все. Да, да, я так собираюсь. Бля, тут просто лок, а чела помню, вижу. Бля, да, на тот дом упали. У меня чекает. Вот на этом, на этой точке, вот здесь. Угу. Здесь тип. Двое. Короче, вот следующего тогда вот сюда пойдем. Бля, Боб, зависит, если ты ко мне пришел, мы просто могли убить двоих. Ну, ладно, так ты будешь палиться. У меня нету этот нормального лута. У меня ППшка только. Блять, по сути, если они постом, съебутся, ну, мы на этот сможем на аэродром посмотреть вот здесь. У меня тут зипка есть. Бля, короче, все зависит от тебя, сиди. Блять, я просто думал, что тут это раскопано, уже растаяло, а она нихуя не растаяла, эта хуйня. Ну там есть, типа. У меня здесь на сноуборде один. Угу. У меня очень близко чем. Тип у меня близко. Я тебе просто вообще никак не смогу помочь. Вообще. Погоди, погоди. Нокнул. Хорош. Добей сразу, добей. Добил. Хорош. Не вижу больше никого. У него калаш только был, слышишь? Угу. Вижу чела, вон там. Вон там чел. Он наверх поднимается? Не-не-не, он тебя пытается осмотреть. А он наверху или снизу? Я тебе шаметку там прям дам. Вот прям за этой хуйней, видишь? Нет, его не вижу. Короче, где зипка на меня идет, он там. Он сидит прям. Хорошо. Я сижу, жду. Угу. Да он тоже тебя высматривает. Он за карточкой друга по-любому пойдет. Можем... он, да, он ходит, я его вижу. Ты не его он видишь, ко мне, он ко мне идет! Мне идти тебе? Да. Он ползет тебе, да? Я... Нет, он пока здесь просто, он прыгает, он смотрит. Я иду, слышишь? Ага. Он на другую зипку идет. Он улетел, он идет к этим, к самолетам. Давай ко мне тогда, слышишь? Да, я иду к тебе. У меня скейт, если еще рядом есть. Я вижу, как он там по зипкам перемещается. Ты можешь ко мне как-то выйти? Да, я скейт беру, я прям к тебе сейчас на скейте. Да, давай. Вот на той локации типа есть. Угу, тут у тебя скейт есть еще один. Вот.
Я тебя, я тебя накачу скейт. Вот здесь. Хочешь забрать тот? Ну, он рядом. Давай заберем его вот на эту гору, может. Или будем сидеть. Бля, лут надо, у меня вообще лута нет, нахуй. Надо как-то полутаться. Или будем сидеть. Давай сейчас посидим, давай похиляем какие-то хуйни. Ну, когда будет у зона. У меня зона есть, если что. Тяжелая граната, вот эта зона. Давай здесь посидим просто и все. Вот там типы будут на этом здании аккуратно, могут тебя фокусить. Я сейчас внутрь зайду, да. Все, я тут. Все, сиди. О, подожди, тут вот эта хуйня, кейс. Вон, томаты и на кукурузу. Все, сидим. А он может карточку, кстати, взять. Я на карточке прям сижу, чтобы ты понимал. Угу. Ну мы ждем. Вот за камнем его карточка, если что. Угу. Сверху, видишь, на 326? Наверху прям. Да, вижу. Сейчас уберу метку. Вижу, смотрит. Давай, иди ко мне. Дождемся. Сейчас, прям к тебе запрыгнуть. Давай я лучше вот так посмотрю. Ладно, сиди, ага. Да. Если что, потом. Он за карточкой может вернуться. Он чекает, мы его убьем. Угу. Только я не пойму, кто это. Ты кукурузу взял? Нет. Для хила еще, я тебе скину. Там, слышишь, я кого-то в лавеса убил. Может, это гаечка? Не знаю. Он левее ушел, слышишь? Так, он сейчас может прийти, да. У меня еще на дальний ничего нет, у меня только ближний ППшка. Если он будет только у меня, ты на меня напрыгиваешь, короче, и мы вот здесь его будем. Угу. Пока я его не вижу. Он, возможно, я за горой. Я зипку слышу. Все. У нас костер, у меня аптека есть и помидорщик. У меня тактик, ПП все есть, только патронов очень мало. Угу. На ППшку 0. Ладно, ждем. Пошли? Короче, идем. Подходит под нами. С какой стороны? Давай, здесь, вот здесь прямо сейчас у нас. Все, найс. Убил. Я хилюсь. Еще стреляют. Блядь. Не умирай. Я стараюсь. Я бегу. Блять, я пиздец белый. Они сейчас пушат. Блядь, это опять тот же. Убегай. Сейчас. Отсюда. Но они тебя видят по-любому. Да, давай, правее туда улетай. Уходи, все. Аптека, блядь, нужна. Блядь, как они заебали. Найди что-нибудь хотя бы. Бинты, может. Или ты умрешь. Сейчас. Шарик? Шарик! Юза, пока. Сейчас, я юзану, да, и потом за шариком. Блять, очень обидно. Они будут залезать на эту гору. Возьми шарик. Они будут идти к твоей горе, если что. Они будут тут плутаться, а потом в поля погибели. У него батарейка, блять, есть долбоеба на Epic Games. Короче, просто сиди, лутайся вот здесь куда-нибудь. Иди, вот в пышке уйди. Сейчас, я хочу сундуки хоть какие-то посмотреть. Они просто к тебе могут пойти, понимаешь? Вот да, вот тут, вот там иди, лутай вот ту локацию, наверное. Китайский квартал. Блять, а тут залутано на этом мосту. Тут все залутано. Тебе главное сейчас хил найти. Угу. Бля, это просто, блять. Ну локу надо поменять, а то это вообще будет анстабилизм, да. Блядь. Надо вот сюда идти тогда и лутать. Сейчас, они в поля, да, они, наверное, пойдут за кукурузой. Они в поля, да, пойдут, тебе нельзя в поля. Блядь. А что ты не хочешь локации китайских кварталов, посмотрел бы там типов? А я просто вижу, что мост залутан, они по-любому лутали здесь. Ты думаешь, они там еще лутаются? Там хил, наверное, есть еще. Сейчас. Лутай здесь тогда, вот так, дига большая есть. Большая есть, да, но надо сейчас аптеку найти, что-то такое. Блять. О, бинты слева. На заправке. А, вижу. Угу. Короче, пока не торопись, не очищать здание. Ща. Вот, посмотрим у сундука, может там что-то есть. Ой, хорошо, самолет есть. Конечно, но, блядь, слишком лучше на шарике. Да. Я лучше вот так сейчас сделаю? Да, сделай. Потом просто пройдись по этой мапе. Бля, по-моему, с вот этой хуйни дроп падает, я не помню точно. На фаталах есть, если что, на фаталах есть. Ага. Я так сделаю. Сейчас надо смотреть. По-моему, лут падает. На фаталах две команды, слышишь? Понял. Ну, патроны, да, патроны нормально. Все. Короче, тебе надо хил поискать. Вот в этом, может, в китайском квартале. И там потихоньку уже ко мне идти, потому что уже 120. А у меня секунд. Где вот это. Блять, ноунейм локация. А где шарик у тебя? Вот иди потихоньку к кварталу. Кварталу иди. Так и ты думаешь, там будет хил, прям железобетонно? Ну, я должен, кажется, валяться, будто... должен. А, подожди, а кокосы дают хил? По-моему, дают же. Нет, они дают армор. Тебе надо в китайский срочно, типа, тебе надо лутать его. Надо найти просто хил.
Вот посмотри здесь, да, здесь можно. Вот яблоки под тобой справа. Подожди. Вижу. Вот лутай пока. Китайском по-любому будет. У тебя еще время, конечно, блин, надо найти какой-то хил. Потом. Можете дом надо обыскать? Это буду делать на шарике. По-любому. Попробуй дом залутай фастом. Должны быть какие-то бинты. Во, видишь, лутано. Блять. Очень мало хп. Вот, бля. Тебе надо придется лететь сейчас быстро в китайский на индийский. Блять, не пробило. Нет. Бля, 14 хп. Еще яблок нету, блять. Блять. Ну, поищи, здесь, костер, поищи. Костер. Это не костер? Не. Ну все там. Бля. Что за пиздец? Эти еще живы, блять, убить. Вот туда и падаем и все, и ебашим. Да я прям вообще не знаю, где сундуки находятся, спот сундуков, я прям не знаю. Да просто пойдем. А как они так? Я не знаю. Они первые падают. Сюда кто-то падает? Еще летят сверху, сзади. Вот, да, на эту падает нам. Давай бомжать от нее пойдем куда-то. Бля, я вот сюда могу упасть. А, не могу, блядь. Я сюда падаю, слышишь, я сюда падаю. Я к тебе лечу, окей. Бля, по мне уже хуярят. А, не хуярят. Бля. Дикпак ебаный, блядь. Ну вот здесь полутаемся на вышках всяких, потом пойдем пушные холмы. У меня вообще ноль, нечем стрелять. Вот там лут есть. Где? Вот. Бига есть. Я сейчас слышал, лечу вот на эту постройку еще. Буду смотреть. Че, у меня граплерс еще есть? О, найс, вот. Отлично. Блин, туда одна пачка, да, упала вот на эту локацию? Да, вот где вот эта ноунейм локация, там одна пачка только. Угу. Я сюда падаю. Так, давай. Бля, я не знаю, мне вот так пойдем или не надо? Я сейчас поставлю. Вот так. Давай сверху просто сейчас посмотрим, что там. Ну тут вон тактик. А у тебя вообще ничего нет? Не, вообще ничего. Спасибо. Дай Патрике чуть-чуть, тройки. Кинул, давай вот здесь полтайм бомжать, спасибо. Ничего. Давай. Вот здесь еще сундук есть. Вот, кстати, миники есть. Может лутать тебя граплер. Я прям с граплером, да. Вот это мне локация интересна, лутал кто-то. Можно. Тут чел, кстати, падал, слышишь? А, это не те челы? Не знаю. Подожди. Тут помню чел. Мне кажется. Я чел вижу. Я пижу его. Пижу? О, видишь типа? Да, это Ял и Верстач. Я упал на него, я на него падаю прям. У тебя рифтанулся? Да, я его убью. Ага. Я помогу тебе. Вот чел его туда падает. Там еще кто-то летит, слышишь? Вижу, это... Так. Сзади у нас этот, зипка. Да. Он сверху, над там нами. Все... Это этот, Зарк и Фил. И у меня рифт есть, можешь ко мне прыгнуть, я зарифтуюсь. Давай. Пошли ту локу залутаем, раз они ушли оттуда. Давай. Или на него прям можем упасть. Давай, на него. Давай. А дружбан его идет. Блять, я не могу нормально залендиться, блять. Я не мог нормально заладиться, пиздец. Уходи. Сука, тогда. Сейчас я захиляюсь. Блядь, Мерсач здесь остался, пиздец. Бля, когда лоу, это вообще обидно. Иди просто на их локацию, я не знаю, что лучше. По мне хуярят уже. Попробуй как-то выйти. Я попытаюсь. Да ебать, ну что это такое? Бля, ужас. Тут рифт есть. Где? Бля, как они обошли? Меня еще рифт. Хуярят, пиздец. С графика ебашат, блядь! Уходи просто аккуратно куда-нибудь. Блядь, это пиздец! Блядь. Какой это пиздец? Блядь, что это за хуйня вообще? А почему они к нам полетели, я не понимаю. Ой, блядь, это какой-то вообще фул пиздец. Или можем, слышишь, если они туда упадут, мы можем на конюшню упасть самую левую, а потом бомжать не пойти вот так. Угу. Давай так. Бля, корону надо скинуть. Ты видишь кого-нибудь? Нет! Реально никого нет? Никого, еще у нас лама, блядь, вот здесь валяется. Здесь еще не лутано. Шарик валяется! Блядь, что за хуйня? Ноль! Ноль челов! Нам подхватили или что? Не, все боятся, походу. И крепость еще не лутана, слышишь? Дроны у нас летают, у нас сейчас дропа должно пиздец быть. Бля, это пиздец, я не понимаю, что происходит. Блядь.
А может туда я никуда не падал, слышишь? Они потом приходят, ну. Может быть. Так. Миник есть? Да, да, да. О, скинь, да, просто. Я пошел конюшню лутать тогда. Ага. Я пока не буду их. У меня шар. Да, я говорю, там шар у тебя припаркован, это пиздец. Я ламу залутаю? Бля, ну. Давай я лучше залутаю. А я уже рядом с ней. Ну, тогда ладно. Давай, да. У меня хэсган. Я взял. У меня бритер и дробовик этот ебанутый. Я бритер выкинул. Не, все, следующий мы тоже летим на какой-то. Слышишь, что у меня здесь это есть? Рифт вижу. Блядь, я просто зашел и лутаюсь, блядь, пиздец. Есть вот эта присоска. Угу. И риф там валяется. У меня вот эта буря в бутылке. Сейчас. Бля, тут типов не может быть. Бля, ну уже как будто на очке сидим, блядь, должны, а никого нету. Да это вообще, блядь. Слушай, мы еще так отошли друг друга. Я заламаю быстренько, да, и все. У меня 4 форта. У меня вот эта бутылка, сплэши есть. Вот, сейчас, может, большую тебя найду? Да, погоди. Мне нужен звук. А вот тут типы были. Может, дрончики летают? Ну да, наверное, я просто... Надо дрончиков поспевать. У меня уже глюки, понимаешь? Да, глюки. Да. Дробовик вот этот зеленый есть. Я, короче, буду в куполе гонять. Я сбиваю дрон, я дрона сбиваю. Блять, я реально уже все пугаюсь. Ебать, что это? А, охуенно. Надо брать, думаю. Да, да. Бля, я вот боюсь, знаешь, что боюсь? Меня типы будут контестить. Вот того боюсь. Давай так, возьми, короче, себе сплэши, я возьму себе граник. Я не могу, погоди, типа не на нас не здесь упали? Я не вижу, не слышу никого. Куда нам нужно упасть, чтобы мы это... Сидели и... О, стрельба на 135. Да, по мне кто-то стрелял. А если мы вот это залутаем, будем здесь сидеть, ничего страшного? Бля, может здесь подождем? Не хочешь? Можем давай спрятаться, не? Да, наебашь тебя сплэши и возьми этот бурю, если я думаешь еще. Не могу. Бля, грапплеры просто. А чё это? Чё они летают? Это эти дрочки? Или давай куда-нибудь сядем, вот на здании там. На том здании есть люди. Угу. Я в сарай посмотрю. Давай куда-нибудь сядем просто и будем сидеть. Давай в сарай, вот здесь сверху где-то присядем и все. Тут рифт есть. Давай. Не знаю, это закидывать сюда? Давай вот сюда поставлю, короче. Шарик? Да, да, сюда поставлю. Ты же сверху лутал, да? Блять, я хп отнес. Ты вот это лутал? Да. Все, я сижу туда, чувак. Я тоже сижу тут. Ты там сядешь? Надо вдвоем сесть куда-то. Давай сюда сядем. А, да, баг шагов у тебя. Был, наверное, слышу. Давай просто сюда сядем, будем сидеть, все. Блять, не, аллилуйя. сядь сюда лучше. Аллилуйя, нам лучше. Дали, блять, валутас. У нас все есть, пули есть. Блин, вообще могли бомжать не пойти лутать. Ну ладно. Так, у тебя этот есть подменники слот. Все, да. Отлично, я вот так сделаю. Все, найс. У меня золотой граник вообще. Отлично. Все, сидим просто. Ну, к нам придут по-любому люди. Угу. Бля, щель видно меня, пиздец. А нам проследовать, интересно? Нет, щель нет. Или о, сарай надо было... Как... Или надо было, знаешь, какой-то сарай занять, я не знаю. Бля, как будто нам, знаешь, специально наши молитвы услышали. Нам сейчас надо это вообще... Ну, мы нормально дронов полутали все вообще. Так, у тебя, получается, миники, да, есть? У меня есть 5 миников, 4 форта, 20 гарпун. И у меня еще скоростной дробовик и АХС-ган. Ну все, сидим просто и все. Ремен нарабатываем себе. Ну а что еще делать? Нам файтить вообще не надо. Сейчас нормально топовые типы уже поумирали. Плюс-минус. По-моему, этот умер. Фримак умер. А у меня выключено. Я не вижу. Не, я смотрел по киллфиду сейчас. Мапки. Что у нас по зоне? По зоне нормально пока. Я просто не знаю, как нам лучше сделать.
Мы можем здесь остаться кукурузу фармить. А потом нам пешком идти, да. А сейчас посмотрим, как зона вообще будет. Значит, надо вот этот airdrop еще посмотреть. Если кто-то будет там идти, стоит. Вот так. Эту жалко локацию залутали, типа. Airdrop сейчас залутает. Все тоже сейчас будут такие бояться, типа, ну давайте лучше не будем лутать и все. Прям ну, типа, все заебись, но что-то все не хватает. О! Откуда было? Такие звуки еще странные, как будто кто-то летает на сноуборде. У меня звуки кто-то ходит вместо, ну, где шарик. Сейчас будет зона другая уже. Бля, давайте на нас. Было бы отлично, на самом деле. Сейчас 63 лиды мейна, сейчас много кто умер. Сейчас... 17 человек умерло. Опа. Это не у нас же? Не-не, это дальше. Или у, на... это, не, это, у нас. Это Колких? Это Колких или здесь? Это как будто здесь. А почему мы не слышали тогда? Нет, тогда значит Колких. Хотя вот здесь звук. Вот здесь, да, где-то здесь ребут ван есть, вон там возродили. А, да, да, да. А кого подняли, ты не видел? А у меня нету, у меня выключен конфет. А как он? Вообще у тебя не показывает? Не, вообще никто не. Меня не. Я в настройках его выключил. А, он выключается, не знал. Mm-hmm. Блять, он. Не, мы вообще прямо можем на челе туда идти. У нас будут здесь контестить, смотри, здесь контестить будут типы. А если нам по аэру идти и вот так типа край занимать, то же самое, то же такое себе. Все летят как будто. Бля, мне вообще скейт как бы найти, знаешь? А тебе на шарике. Я знаю, где скейт может лежать. Я помню, что вот здесь есть не контейнер, а это трейлер, на котором лежал скейт. Это, ну это из первой главы. Я не знаю, как сейчас. Слушай, на, давай так, короче, смотри. Вот эти типы, которые обычно здесь, они приходят сюда в поле погибели, они берут кукурузу. Uh-huh. Мы можем просто здесь остаться и просто на кукурузе сидеть. Да. Вот захилимся, а потом край займем. На фаянсе мейхам здесь стил, по идее, со сквизи. Здесь типы контестят, сидят. У нас может еще дроп получится забрать, либо мы отдадим дроп кому-нибудь. С этого вообще с дрончика может чага упасть? Да, должно быть. А, не, я это не знаю. Прям, я просто у меня именно по хилу с собой ничего нет. То есть мне у тебя нужно будет просить, если что. Но у меня зато граник. Ну я так думаю, сейчас люди тоже будут бежать, понимаешь, там всяких пышных пальм с китайского квартала. Это airdrop вообще не трогает никто. Бля, я не знаю, или нам зону пройти. Но если там будут контестить, нас будут. Или мейн 60, типа. Сейчас все пиздятся, вот если так посмотреть. Прям может за зону посмотреть, может быть от зоны кто-то идет. Бля, кто тебя там стрелялся? Это... Вот отсюда, да, стреляли? Да, по-моему. Вижу типов впереди меня на юге, только не пались. Угу. Они убегают в сторону. Вижу. Они на аэр бегут. Ага, вижу. Красный скинах, кто это может быть? Да, вижу, я знаю, кто это десалт. Это десалт. А ты не можешь рифт взять? Нет, я могу только багами попробовать потом. Погнали за ними просто. Типа. Вижу. Я лечу. Блять, очень зря. Я отсюда не могу нормально стрелять. Я к тебе. Делай. Блять. Меня настреляли нормально. Блять, я не могу ему туда стрельнуть. Какого хуя? Минус 77. Блять, мне больно. Кто тебя отъебал? Декарент. Можешь ко мне подойти? А ты... Поднимай меня. Сейчас, поднимай. Сейчас, просто сейчас, поднимай сейчас. Здесь. Делай.
Я не крент нокнул. Сзади послушай, сзади посмотри. Не вижу, не вижу. Мы еще должны войти, я кукурузу буду езжать, слышишь? У меня бутылка, бутылка есть. А, хорошо. Какая? С зоной. Не надо, не кидай пока. Так, я, короче, на шарике. Блять, мне бы рифт взять. Бля, можешь разбить. Ладно. Рифт можешь взять. Я пока отошел. Ультай, ультай, ультай. Надо, тебе до кукурузы надо. Да, да. Я с собой беру. Бля. Блять, у меня забагало. А, все. Я ее знаю. Я тоже сейчас пойду чуть-чуть похал. Опа, нам хуярят. Отойди, отойди. Блять, очень больно, все. Я лучше ебану. Блять. Тут шарик! А, твой? Ты сюда внутрь загнал? Погоди, я все проебу, я вообще растерянный сейчас. Я кукурузу хаваю. Это ты? Да, я вперед ебашу, проверяю. Откуда по нам ебашили. Ну они наверху контестят нас, нам надо будет фул лево брать, слышишь? Так, я... Где... А, этот вообще, всё. Блять, я, короче, за... Я в этот... В амбар за этот... за рифтом. Давай. У меня вообще нету хила просто. Я к тебе и могу рифтануть. Или ты шар возьмешь? Тут кукурузы полно, нет, лутай кукурузу, не бойся. По мне стреляли просто, я не могу, я в открытую. Я понимаю. Вот челы там смотрят, надо кукурузу лутать в другой локации, там дальше есть еще. Погнали, да, и полутаемся. Яблоки, лутай яблоки здесь. Лутай яблоки, я сейчас полутаю, может поищу хил какой-то, аптеку хотя бы. Кукурузы еще есть, не переживай, у нас много есть чего еще делать. А бинты валяются еще. Так, я поем пока кукурузу. О, не кукурузу, капусту. А ее хавать можно? Капусту можно. Не, нельзя. По минике нашел, найс. Сейчас. Один миник могу скинуть, если можешь застакать там. Бля, я там так заеб... У меня есть миник. Могу застакать, да. Uh-huh. Бля, я очень херово все делал. Миников ничего не было, да? Uh-uh. Кукурузу пошли похаваем еще, у нас полно кукурузы. Бля, нам очень херово сейчас, правда. Ты че? А может кукурузу забирать тогда лучше? Бля. Короче, я форт выкидываю, кукурузу буду фармить. Ты uh-huh. тоже бы нафармил. А ты мне миники все скинул, да? Я все скинул, у меня ничего нету с собой. Нам сейчас... У тебя риф, да, есть? Угу. Нам вообще надо быть скоро улетать, да. Так, я кукурузу беру пока. Я ее хаваю понемногу. Я пока не хаваю. Ты ее типа скидываешь, да? Ну я... Да, типа добиваюсь. Сам лутаю еще ее. Так, я вроде добил почти. Что, погнали туда? Чай, яблочки поем, да. Че, ебашу? Рифт, давай. Давай, левее. Угу. Так, это что еще? Да, ну как-то надо будет выйти, контестят тут там, наверное, будет контестить аккуратно. Подожди, давай, левее. Это, по-моему, рифт. Да, это рифт. Давай, хорошо, давай на рифт. Стой, может кукурузу начал тебе дам? Или... Блять, а мне запрыгнул? Полутаемся. У меня... Не, хп слишком мало, я в рифт. Давай. Вот там два чела бегут. Где? Метка вот здесь. Вот здесь. Они пиздятся с кем-то, да, я туда... Они на дереве! Но тут никого нет. Вот здесь, на дереве, прям вот эта метка. Блять, так там типы. Ну, я говорю, я не живу, я в шахту иду. Я лечу в шахту. Да, я один остался, слышишь, здесь? Я ухожу вне зону, иди в шахту. По мне хуярят, и тут челы еще в шахтах. Блять. Тут пиздец, все плохо. У меня сноуборд, я могу только съебать. У меня, блять, у меня тут челы сейчас, подожди. Я сейчас попробую аптеку заюзать. Тихо, у меня тип. А у меня тип не видит. Я тут бустер.
Блять. Жив? Все нормально? Я сейчас пижусь. Блять. Мне к тебе просто идти, понимаешь? Я не знаю. Блять, очень опасные ко мне идут. У меня пушат. Я съебываю, в другую сторону. Ты можешь как-то уйти куда-то? Я хуярюсь. Блять. Бля, ебучий дробовик это. Ты нокнул? Я ушел. А, нет, тут я другой нокнул. Вдвоем ползем. Меня добивает. Окей. Бля, там, да, на дереве сидели. Это этот, ССК сверху. Ну, это не такая хуёва прям. Блять. Бля, это... Ну, он тоже меня убивает. Там лама стоит, сука, прямо у этой хуйни. Да, упали на ней. Полки я ничего-то не видел. Да, туда приземляются прям. Эх, жалко, что мы не с самого начала решили сюда падать. Ебать, Настя. Бля, тут вообще никого нет. И на колках, и на бомжатях. Мы можем сейчас бомжатни еще полутать. Да, я вообще в шоке, реально. Просто локация для нас, оказывается, оставили. Да. У меня помпа зеленая есть. Я чагу запью. Давай. Бля, вот бы сейчас кого-то запушить нахуй чагой, синей помпой, блядь. Кого-нибудь этих топ-1 и убить сразу. Бля, прикинь, если бы была такая штука, типа, а-ля хант. Типа, вот ты топ-1 чел есть, топ-1 команда. И кто ее убивает, тот получает, типа, какой-то приз. Вот в последней катке, знаешь, такая хуйня. Типа, этот викей был бы полный. Я этот тебя скинул. Спасибо. А миников нет, да? А только один сарай лутал, или этот тоже лутал? Второй не лутал. Понял. А я бомжатский здесь посмотрю. Я хэдган. Так, еще большая есть. О, найс. Чел, на меня на граплере ко мне идет. Вижу. Ну туда ушел. Он улетает в сторону. Угу. Ань, он пиздится. Я тебе большой кидаю. А где они пиздятся? Они вниз упали. Они там дальше, да, пиздятся. Хочешь подсосать, типа, или что? Ну, чуть-чуть. А, во-во, тип. Сейчас. Вижу. Угу. Дал 24. За деревом сидит. Много дал. Он за деревом, да, тут прям сидит. Их хуярят. Аккуратно там только. Угу. Только 8 патронов на хэдган. Мало. Мы можем пойти бомжать, не лутать, в принципе. Сейчас я хочу отсюда посмотреть, я могу подамажить. А не в рифт. У меня калаш есть, слышишь? Давайте я хэдган кину. Сейчас, давай. Блям. Сейчас попробую попасть. Да, ёб твою мать. О, и отсюда еще стреляю. Вот здесь прям стоит. Вижу. 24, ну. Так, где там хэдган? На, скинул. Синий. Спасибо. А патронов, конечно, не хранят. Лифтуется еще где-то. Да. Проблема с этим. О, миники наконец-то. У него патрончики. Тут типы. Угу. Они к нам случайно не идут? Нет. А вот здесь посмотрю, в этой хуйне. У меня куб есть этот. Вот тут сундук должен быть. Угу. Там сверху они заработают по кому-то. Да, вижу куст. Ты стреляешь? Да, я. Я отошел. Бля, по мне дали. Подожди, шарик? Да, шарик. У того дома примерно, где ты находил. Да, я знаю. Так, я бритер возьму. Ты на граблере? Я на шарике.
Подожди, это, там другой шарик есть? Там два шарика. Хочешь на шариках поиграем? Давай. Сейчас я попробую взять. Сейчас я за ним пойду. Вот спереди. Я то дом посмотрю, сейчас быстренько. Стой, дом. Все, я беру шарик, иду. Че, в сарай не хочешь? Наверху я что-то не вижу. Сарай? Сидеть, угу. Типа? Да, да. Или по викей хочешь? Я хочу просто полутаться что-нибудь, но на султа не так много. У меня гарпуна нету, допустим. Бля, ну батарейка пиздец тратится у шарика и бучу. А она потом заряжается? Нет. Угу. Пойди себе просто кататься. Т- вот туда не иди, там умирают, там баг есть. А, ну. Бля. Нам надо, блин, не бояться полтаться что-нибудь. Не, у меня прям как будто одну пачку разъебать. Дроп такой. Я пока просто лутаю, смотрю, что типа есть вообще. Я уже четверть этого шарика, блядь, закончилось. Так, пизду, пока без него побегаю тут. Я вот не знаю, здесь не лутано у меня. Шарик. Просто дамаг даю. Ага. У меня сноуборда есть, два сноуборда. О, заебись. Может, ты ко мне, и мы идем. Да. Угу. Еще. Там, по-моему, типа и пиздится. Ты где метку дал? Там эти... Скейт или что? Здесь, блядь. А, ну вот я про это место и говорил. Там скейты лежат. Я пока просто с малю летаю. А, слышишь, тут вообще мало людей, все ликейт. Я не знаю, можешь мне помпу взять вместо этого нового. У меня есть скоростной. Я с помпой все не побегаю. У меня бритер плюс это, мне кажется, как будто мета пиздец. Помпой? Помпа плюс бритер, да. Фарды взял. Что взял? Три аптеки скинул. Фарды взял. Я тогда джетпак нахуй и три аптеки беру. Ну джетпак, да, нахер выкинь. Не нужен. Что нам делать? Я не знаю вообще. Бля, сторм еще такой, как будто... Ты уже выкинул этот или что? А, ну вот здесь шарик. Я сейчас полутаю таблет, потрачу, короче, посмотрю просто. Кого здесь нету? Там вроде никого не вижу. Может, этот раскет возьмем и за зону поедем куда-нибудь? Да, можем в зоне сидеть. Короче, я меняю. Может, разломаем шарики тогда, чтобы никому не осталось? Да они разряжены и так. Там же не заряжаешь батарейку, ты сказал. Ну, так походить можно все равно чуть-чуть. Я так попинаю тогда, допустим. У меня фарды есть еще. Угу. Нормально. О, чип типов вижу. Метка? Вот здесь. Угу. Вижу. Там еще одни, аккуратно, они на крыше. По ним стреляют. Давай поедем немножко. Давай. Сюда едь. Сейчас, я чуть-чуть вниз поехал. Бля, вот это мувмент, нахуй. Надо их, слышишь, поймать. Рифтанулись. Белый? Нет, не белый. Белый, вот сейчас белый. Какой? Что? Который с крокодилом, тракнул. Блядь? Не знаю. Они не на дереве сидят где-то. Хорошо, вижу.
Нок почти. Так, дерево надо сломать. Деревья сидят. Я дерево ломаю. Нет, аккуратно, сейчас могу запушить. Лучше уйди, уйди, лучше уйди оттуда. Да, да, да. Надо с дистанции, с дистанции. Давай с дистанции просто погасим по этому. Я там нокнул, да? Не, не нокнул, не нокнул. Нок. Блядь, надо, вижу, вижу. Надо дерево. А, на скейте хуярю. Я не вижу. Он вот здесь, вот, бля, метку дал. Блядь, вижу, вижу. Бля, дерево ебучее мешает. Я попал очень. Я прям много на дерево вижу, вот здесь чел сидит. 150 урона дал. Бегу. Нок. Убей, убей, убей. Хорош. Это мапки, это мапки. Угу, добил. У него за... помпу беру. Вас наверху. Бля, меня хуярят. Улетаю. Улетаю, улетаю. Нормально, нормально, нормально. На дереве, это чип. Да, да, это да, чип, вижу. Снайпер, аккуратно. Попал. Давай уйдем, надо выйти. Один раз дал дэмэдж. Сейчас у меня щит захуярится. Аптеку могу дать. Надо выйти, слышишь? Да, да, у меня скейт есть. Я могу аптеку дать, чтобы ты аккуратно взял. Скейт и выходим. Хорошо. Сейчас. Я ушел. Блять. Блять. Ебаное дерево. Самолет. Блять, Ай, сука, сломали щит. Давай блядь сюда сядем. Ага. Блять, ну им дерево сломать вообще было бы охуенно. Погнали дальше просто. Угу. Бля, по мне хуярят откуда-то. С ключей. Ты у меня? Блять, я рядом с тобой. Там зигла хуярят. Давай сюда. Валяется. А у тебя есть биги что-нибудь? Только аптеку, да? У меня, аптеку. Да, аптеку. Да. Бля, жалко, я не добил. А, ты убил, да, одного? Да, мапки убил. Мапки убил. Вот здесь чел. Я хилюсь. Угу. Смотри по сторонам, чтобы... Да, да, я смотрюсь, я смотрюсь. Вот текст. У меня один форт, если чё. Угу. Миники есть. Это так, такой... чё это, граплер? Я миники ещё взял. Блин, что это за лазанья нахуй было? Граплер? Ой, я возьму граплер. Я сейчас скинусь. А ты не залутался, да, его? Не залутал. Под нами, под нами. Один чел. Блять. Аккуратно, аккуратно. Минус 40 дал. Он дальше пойдет? Да, да, он пролетел, пролетел, пролетел дальше. Блин, я боюсь здесь здание лутать, тут они. Граппер на 9 всего. Надо в зону, давай в зону просто проедем. Чела вижу. Здесь был. Угу. Он катается, вон тот катается сейчас. Вижу, вижу, вижу. Так, где мой скейт? Типов вижу. 68 голову дал. Угу. 3-4. Пропал просто у меня сейчас чел. Да, да, он пропал. И мне бига нужна, пиздец. И нам надо в зону, он сейчас будет все к нам бегать. Летит чел? На дерево, на дерево здесь! Вот это дерево! Хорошо, вижу, 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 вижу. Они прям на нем сидят. Можем дерево сломать? Давай, давай. А, один спустился. Второй на дерево. Аккуратно, снайпинг. Упал один. Угу. Бля. Давай туда перейдем, на зону край. Угу. Так, где мой скейт? Вот у меня здесь второй. Вижу. Твой. Давай на скейте просто вместе залетим. Давай. Вот здесь куда-нибудь, давай сюда. Я сел, ко мне, давай ко мне. А, сейчас, сейчас, посмотрю быстренько, может что-то есть. Тут разлом лежит. Тут может типы быть, аккуратно. Сейчас, я к тебе аптеки накину. А, погоди, у тебя зона, по идее. Давай к тебе туда. Блять. Я к тебе пойду. Угу. Чел, слышу! Или это глюк? Глюк, наверное. Давай сидеть просто вот здесь. Короче, вот так возьми, я еще с разломом попытаюсь посидеть. Я сел. Бля, меня очень видно. А, тебя там не видно, да? А, давай тогда тебе сяду просто. Че, ты сломай нахуй? Все, ничего не. Блять, у меня большую запить бы. Вот, давай вот сюда, как раз минки, они валяются. А типа вижу здесь бежит. Угу. Там бежал. Далеко очень.
А, нас видно будет с этой стороны еще, блядь. Я в эту сторону смотрю. Ты можешь сесть просто вот так, как я, прижаться. Че, я просто... Да, прижмись, нас так, так нас не видно будет. Опа. Тихо. Готовимся. Тихо, тихо. До конца ждем. До конца, до конца, до конца. Тихо, 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 тихо. Звук нужен. Поближе ко мне подойди. Сейчас. Типа вижу. Вижу. Нок. Передо мной. Лоу, лоу, лоу. Он внутри. Он рифтанулся. Блять, зоны стреляют. Риф кинул. Хильс, хильс. Меня сейчас пушить будут. Меня пушат. Блять, не пушат, нет. Сейчас, я отъеду чуть-чуть, мне пришло. Нужно было за дефаца. Все, пушат. Тела... Я вижу тебя. Типа. Блять! Вот здесь ног. Вот здесь я кракнул чувака. Добивает меня. Пришел! Машина. Два! Один. Ну и оно сдох. Бля, НТ. Там бы я бы ничего не сделал. Но... Он бы стенку сломал. Но мы все равно здесь... Блядь, кто это был? Фу. Я до Ментоса убил, еще другого убил. Бля, там еще за зоной чела сидели, вот это неприятно было.